Привет, дорогие мои, с вами Дыга Лариса, и в этом видео я вам покажу свои покупочки. У меня здесь покупочки по 15 каталогу, кое-что из 14. Во-первых, я приобрела себе шейкер. Взяла я его, кстати говоря, за полцены, так что имейте в виду, можно так делать. Он очень интересный, видите, внутри сеточка, благодаря которой коктейль реально можно взбить, не доставая блендер. И это здорово, потому что если куда-то с собой взяли, это прям вот супер. Ну и вообще, все, что упрощает нашу жизнь, всегда ее улучшает. Этот шейкер, я бы даже сказала не шейкер, а ланчбокс, потому что внутри прям целый конструктор, из которого вы можете сделать или маленький шейкер, вот такой, как вы видите, или разложить его. И у вас получится отдел для добавок к пище или снеков, орешки, сухофрукты. И видите, вот этот разделитель, он нужен нам для того, чтобы снеки, к примеру, не смешивались, если это разные орешки. И вы видите, накручиваются дополнительные отделы. Один из них для сухого коктейля, к примеру. Да, в принципе, вообще можно положить все, что угодно. Реально целый тормозок можно с собой взять. Кстати, девочки, напишите, кто знает, что значит слово «тормозок» и пользуется ли этим словом в вашем регионе. Также к шейкеру идет специальное колечко, и вы можете, к примеру, прикрепить к рюкзаку этот шейкер, и он не будет занимать в нем места. Ну, в общем, очень такой продуманный агрегат. Мне он очень понравился. В дорогу с собой брать вот просто супер. Также этот шейкер можно использовать в микроволновой печи. И самое главное, он не протекает при взбивании. Но компания Oriflame очень серьезно подошла к его созданию и учла, по-моему, все, что только можно учесть, все пожелания абсолютно. В конце каталога успела заказать wellness pack. Опять его разобрали, все больше и больше людей понимают, какая это крутая вещь. Организм с ним становится крепче, сильнее. Если простуда, то 3 дня и ты здоров, даже если сильно простыл. В составе витамины астаксантин, антиоксидант, и омега-3, 2 капсулки. И, конечно же, шоколадный коктейль. Шоколадный коктейль у меня дочка предпочитает больше всего. Кстати говоря, я тоже, но еще клубничный тоже люблю. Это легко усваиваемые протеины, причем и незаменимые в том числе, и омега, и клетчатка в составе, даже пребиотики. В 15-м каталоге шикарная возможность пополнить свою косметичку продуктами, к тому же быстро заканчивающимися. Я говорю о наборе «Приобрети тушь, губную помаду и тональную основу на выбор» всего за 325 гривен. Но это если по цене каталога. Если вы регистрируетесь, кстати, для регистрации в боксике под видео ссылочка, то все, что вы приобретаете с 20% скидкой. Это, конечно, ну это экономия, девочки, 20%. Кажется, мелочи, это экономия. Плюс то продукт за полцены, то водички в подарок, то еще что-нибудь. Из тоналочек я выбрала тоналочки более устойчивые. Можно было взять Аквабуст увлажняющую или Skin. Она и сияние кожи придает, и увлажняет очень хорошо. Я предпочла именно стойкую, адаптивную и тоже увлажняющую. 30 часов стойкости не отпечатывается на смартфонах, на масках. Ну, в общем, тренд актуальный. Да и в жару она не смазывается. Классная тоналочка, хорошо распределяется, не забивается в поры. Нанес и знаешь, что у тебя макияж в порядке. Кстати говоря, если очень сухая кожа, то лучше все-таки брать Aqua Boost или Skin. Она для сухой кожи будет более комфортная. Ну и, конечно же, 2 помадки. И выбрала моя дочка оттенки терракоту. И, кстати говоря, я тоже сделала еще один заказ. Вот жду, тоже терракоту себе взяла. Так что на семью у нас 2 помады терракоты. И я вообще смотрю, девочки, которые делают заказы, ну вот через одну заказывают этот оттенок. Напишите, какие оттенки брали вы, если вы тоже брали себе эти помадки. Напишите свои отзывы. Очень устойчивые помады. Они реально не отпечатываются ни на нем, ни на посуде, ни на маске. Мы с дочкой проверяли. Да, действительно классно работают. Если тереть пальчиком, то можно ее сдвинуть, конечно же. Но вот именно на отпечатывание не отпечатывается. Отлично работает. Терракота, мне кажется, вот такой прям естественный оттенок губ.
теплый, естественно, оттенок губ, мокко-коричневый, в нем нет холодного подтона, он или нейтральный, или теплый, но никак не холодный, в нем нет сливового подтона. У меня дочка рассчитывала, что он будет, но ей тоже понравился коричневый цвет. Красиво смотрится на губках, очень выразительно. Кстати, очень комфортно на губах, абсолютно не чувствуется. Снимается с губ тоже легко, мицелляркой без проблем. Просто салфеточкой, конечно, снять не получится. Остатки все равно останутся на губах, поэтому, девочки, снимаем мицелляркой. Видите, какой красивый коричневый оттенок, вот такой чистый. И в рыжинку вроде бы не уходит, и сливовый оттенок в нем не присутствует. Вот чисто коричневый, как на мой взгляд. Ну и терракота. Ой, люблю такие оттенки. Красный люблю, и вот такой терракота. Красиво. Мне, кстати, вот именно такой оттенок очень идет, даже если я не накрашена. Вот полностью, даже без тонального средства. Ну, конечно, я все равно маскирую круги под глазами, это как минимум. Но вот этот оттенок, вот мой, вот самый что ни на есть подходящий. Средство для умывания. У моей дочки жирная кожа, поэтому гель для умывания с чайным деревом и лаймом. Мягкий, не пересушивает кожу, при этом хорошо очищает, предотвращает воспаление. И вот, кстати, его можно взять для умывания девочкам постарше, не только в 20, но и в 30 его можно брать, именно потому, что он не сушит кожу. Например, Pure Skin только для подростков рекомендуется использовать. Мицеллярочка, вот это как раз с прошлого каталога, очень мягкая, хорошо, качественно очищает, поэтому постоянно ее берем, или ее, или Love Nature. Ну, мне кажется, вот это чуть ток более сильней очищает, чем Love Nature. Ну, может, на 2%, ну или на 5%, где-то так. Взяла карандаши On Color. Брала я их несколько ранее, но вот решила показать. Они такие интересные, они очень универсальные. С одной стороны карандаш для губ, с другой стороны карандаш для глаз. Ну, если, конечно, мы не говорим о коричневом оттенке, потому что там можно экспериментировать, и на губы и тот можно наносить. Карандашик, который для глаз, более устойчивый. И стереть его нужно мицелляркой, просто салфеточкой вы его не сотрете. Я выбрала три оттенка. 38-786 красно-коричневый, 38-787 абрикос плюс слива и 387-88 ягодный и серый. Мне нравятся серые карандашики для глаз. Мягкая такая стрелочка получается. А черный, ну черный это классика, и красный классика. Брала его, знаете, для чего? Если куда-то едешь, вроде бы хочется и красную помаду, но не хочется, чтобы она много места занимала. И черный карандаш тоже всегда нужен. Ну, в общем, такой универсальный карандашик. Ну и для разнообразия, конечно, взяла два других. Абрикос и слива, мне оттенки понравились. Такие абрикоса нежный, слива тоже сливовый красивый. Ну, в общем, девочки, побаловала себя. Декоративка, это всегда хочется новых цветов, хочется чего-то нового, хочется экспериментов. И здесь получается недорого и одновременно в одном продукте два продукта. Ну, интересно. Вместо платы за доставку, по-моему, брала эту сыворотку или в аутлет, уж не помню. Мне нравится этот продукт, он и увлажняет, и питает, и витаминизирует, ноготочки становятся более эластичные, более крепкие. Люблю его, такой универсальный продукт, хорошо ухаживает за ноготками. И, кстати говоря, надолго очень хватает. Вот эти продукты имеют очень маленький расход. А еще взяла один оттенок лака. Ну, у меня маленькая, в кавычках, коллекция лаков для ногтей. 360-73 малиновый смузи. Я долго смотрела на оттенки из этой линеечки. Они все такие, и вроде бы и яркие, в то же время припыленные яркие. Такие интересные оттенки. Решила взять малиновый смузи, потому что смотрю в уходящих. В общем, надо ловить оттенок, который понравился. Тени Refill. Пополнила коллекцию еще несколькими оттенками. Люблю эти тени. Можно формировать палетки на свой вкус и цвет, выбирать те оттенки, которые хочется. Хорошее качество, хорошо наносится на веки, хорошо держится. Специальное смягчающее средство. Это наш фаворит.
всей семьи причем. Я люблю, и у меня по всей квартире бочонки в разных комнатах, разные бочонки с разными ароматами, у дочки точно так же. И вот очень прям хорошая скидочка на бочонок с маслом эквадорской розы. Это специальное смягчающее средство, заживляет все, что можно заживить, смягчает все, что можно смягчить, убирает шелушение великолепно. На ночь на губы всегда наношу этот продукт, губы у меня не шелушатся. Когда это происходит, я очень удивляюсь, потому что я отвыкла от состояния такого губ. Отличный продукт, заусенцы, хорошо заживляет, вообще любые трещинки. Мне кажется, у всех должен быть в доме очень универсальное средство. Батончики протеиновые. Компания Oriflame обновила этот продукт. И это здоровый перекус. Всего 4,5 грамма сахара, всего 2,1 грамма жиров, всего 115 калорий, 10,5 грамма протеинов. Это больше, чем в предыдущей версии. Плюс кусочки натуральных ягод. Ягод, кстати говоря, тоже больше. И прям вот ягодный аромат, когда вы распечатываете упаковку, его прям хорошо слышно. И дополнительно 5,6 грамма пищевых волокон пребиотических, которые будут улучшать работу кишечника и помогать вашей полезной микрофлоре жить и припевать, и размножаться у вас в кишечнике. Потому что волокна не только нерастворимая клетчатка, но и полурастворимая, растворимая, вкусные, классные батончики. В упаковке их 7 штук. Белок использовался молочный и сывороточный, это значит, что и незаменимые аминокислоты в составе, что очень важно. Также казеин, а именно этот белок медленно усваивается, значит, у вас будет долгое насыщение. Тут 7 штук, на целую неделю хватит. Или на 7 минут. Ягоды компания добавила черную смородину, малину, клюкву. Ягоды все богаты антиоксидантами, ну и просто вкусные, что само по себе приятно. Ну, в общем, побаловала я дочку. Студентам такие перекусы особенно хороши. Ну и не только студентам, всем хорошим. Что уж тут говорить. Полезно и вкусно, точно лучше Сникерса. Еще откроем, посмотрим, что оно. Что тебе не интересно? На батончик протеиновый посмотреть. Прям вообще. Ой, пахнет очень ягодно. А еще взяла бомбочку для ванны. Кстати говоря, в заказе, который я жду, еще одна. При растворении вы слышите свежефруктовый аромат, и вода становится аметистового цвета. И, кстати говоря, вся эта серия содержит микрочастицы аметиста. Ну, в общем, такое приятное удовольствие, радость для души, для тела. Повод расслабиться, спа у себя дома устроить. Ну и, конечно, придать коже сияние, если вы берете продукты для тела, ну или волосам сияние, для волос тоже спрей есть. Так что выбирайте то, что вам нравится. Но вот у нас с дочкой, у обеих, выбор пал именно на бомбочку. Кстати говоря, моя мама тоже именно на нее обратила внимание. Девочки, если вы что-то брали из этой серии, напишите, что именно вам приглянулось. Пробовали ли уже, какие впечатления, потому что мы из этой серии, видите, вот как-то все сосредоточились на бомбочках. Ну и, конечно же, заказала пробники на новые ароматы. Нас ждет парфюмерная вода и даже две. Эти ароматы содержат супер абсолют ванили, и один из них звучит более мягко, а второй более ярко. В целом очень дорогой. Именно вот дорогой, холеный аромат. И вот из девочек моих знакомых, кто его тестировал, вот все говорят, не жаль за такой аромат отдать такую стоимость. На самом деле ароматы, которые пахнут именно так дорого, всегда стоят гораздо дороже.
аромат будет очень устойчивым. Ну, в общем, такая очень роскошная, достойная новинка. И, как я понимаю, компания Oriflame будет гордиться этим ароматом, потому что это новое достижение. Такой стойкости еще не было у парфюмов от Oriflame. В общем, будем, девочки, тестировать, будем приобретать. Тестировали ли вы этот аромат? Тоже пишите отзывы. Интересно, какие впечатления у вас. Ну и на этом покупочки закончились. Благодарю, что были со мной. И до новых встреч. Пока-пока.